Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Need for Speed Carbon. Так, я тут прошел одну гонку, кажется, ну, кольцо или какую-то, но она на запись не попала, я тупо забыл включить запись. Вот. Ну, я думаю, вы мне это простите. Там стандартная гонка с первого раза пройденная. Ничего абсолютно интересного. А может, я и путаю... Так, короче, мы уже на первой строке, в спринте. Ага, ты думаешь, меня так легко обогнать? Удачи. Если бы меня было так легко обогнать, я бы здесь не сидел. А я здесь сижу, значит, меня не так легко обогнать. Все. Так, братюня, ты там заблочить никого не хочешь? Братюня, нужен блок, братюня, нужен блок, братюня, нужен блок, нужен пипец как. А ты не заблочил? Я-то думал, что ты заблочил. Вот, блин. Даунито хромасом. Четвертый канал, внимание. Поступил ряд звонков о превышении скорости. О, стукачи, стукачи позвонили. Поступил ряд звонков. Это ж стукачки. Делать им нечего, нужно стучать. Я уже в одном из видео говорил, реально, в, ну, там, в Европе, в Америке, в принципе, тоже. Стукачество пипец как развито. Блин, вот не надо мне эти анимации показывать, ну не надо. Офигеть, тут авария. Да, это там еще блок нет. Кого можешь. Блок, ну молодец. Так, и все, это победа, только теперь от ментов надо уехать. Да я не торможу. Ё-моё, сколько их, мама дорогая? Тут тачка на стену. Да я думал, это можно пробить, эти ворота. У них столкновение, а у нас не столкновение. На тебе, блин. Чё, как по кайфу? По кайфу? Или не по кайфу? 15. Сообщите последние данные. Последние данные. Марсидюк уходит, мы его нифига догнать не можем. Но поскольку у нас есть отдел телепорта, который нас телепортирует в другое место на дороге, мы от него не отвязываемся. Да, подтолкнешь, удачи, подтолкни. Подтолкнул, блин. Подтолкнул. Только что видел объект, не выгорим. Иди за мной. Вот это сейчас эпично было. Это ты кому рекомендуешь? Что ли рекомендуешь? Придется прибегнуть к силе. Прибегни к силе. Блин, да как ты проехал? Офигеть. Ну как?
блин. Вот чё они заспавнились с двух сторон? Ну это нечестно. А ты специально, да, КамАЗ такой думаешь? Подъеду, чтобы он не обрезался. Двигаемся. Да блин, ну сколько можно тут? Да что тут показывать, я просто объехал. Ты правильно сказал мои мысли. А, ну и куда мне? Когда объект видели в последний раз, он ехал. Не, ну вот как, каковы мерзавцы, а? С двух сторон зажались. Сосисочки. Да нет, да. С объектом ДТП, приближаясь к нему. Блин, ну каковы мерзавцы, так заспавниваться с двух сторон. И главное, не разбил от ничего, ну это просто не кайф вообще. Нычко! И главное, нычки нету, как назло. Так, тут перекрестка нет. О, нычка. Вызов код 6. Всем экипажам. Уточнить координаты. Подробности на экранах. Я стою и курю. От ментов уходю. Высылайте 10-8-5. Я одна. Так, отлично. Вот, теперь атаковать им. Ну сколько можно? Как это все достало? Вот эти вот атаки, это. Плохое. Лучше просто захват районов сделали. Без этих атак. Это ненужные гонки, за которые ни денег ничего не дают. Просто как дополнительно. А ты хочешь проехать еще раз ту гонку, которую ты уже проходил, и она тебе как бы нафиг не нужна, но еще раз будет же круто, да, ее проехать? Да, круто, давай, вот, поехали. Это примерно так. Наверное, такие мысли были у чувака, который придумывал эту тему. Ну, больше иначе я это объяснить себе никак не могу. Чувак, мне блокировка нужна моего преследователя. Есть резон? Точнее, резон есть, вариант есть. Но! Понял, давай. Красава. Четко сработал, респект. Респект, все четенько. Давай там заблокируй кого хочешь. Вообще не блокируй. Это тебе оттягиваться пипец на самом деле. Едем, дальние края, и с нами не соседи. Окошечко мое. Мы отстояли район. Ну понятно. Я надеюсь, еще нападать не будут. Нет, не будут. Замечательно. Так. Нам надо продолжать захватывать. Истребитель и кольцо. Давайте истребителя. Слева.
там ноздря в ноздрю, 5 км разница с этим Мэти. Это вот теперь... Так, мне нужно его заблокировать, ты понимаешь, чувак? Мне нужно, чтобы ты его заблокировал. О, нормас, я на первом месте. Стоп! Так, ладно. Но все равно не было заблокировать. Чего ты так? Не можешь сыкать, не мучить. Так, а они за ком шьются? За нами или за... Да, они всегда за нами. Блин, ну мне нужна блокировка, чувак. Ну или я не знаю, или выходи на первое место. Да блин! 50 это фейл. Вот это фейл! Шашлык Самсон на первых местах, отлично. Ну да, они там тоже не быстро проходят. Да блин! Но у нас отрыв большой, это радует. Какое место? Ты пришел первым, отлично. Перекрашиваем этот наш цвет. Корвет, да пусть, да, Шевроле, Корвет. Это ступа. Вот вообще неприкольные анимации. Просто за всю игру они так выбешивают. А чё это вы тут вообще такие гоняете, крутые? А, развернулись, молодцы. Я это сделаю. Принято, Сера. А меня, кстати, в карбоне менты ловили или нет? Зацепить. О, кайфово. Я вижу нычечку. Сера 9. Доложите обстановку. Координатору нужны новые данные. Блин, они меня спалили в этой инди. Ну как так? Спалили в этой нычке. Так, все, территория моя. Мама дорогая. Он не мог уйти далеко. В нычку. Внимание всем. В момент потери контакта код 6 ехал на север. Ага, вот и езжайте туда района. Куда-нибудь. На север. На лишь бы не на юг. Так, все. Еще раз от ментов мы ушли. Я не помню, ловили меня или нет. По-моему, ловили. Хотя я не помню в упор, как это выглядит. Так, кольцо. Ну что ж, попробуем выиграть это кольцо. Самсон, ты готов поработать?
братюня, что-то ты недовольный. А теперь довольный, да? А вот так? А, смейся. Бесишь ты, правда. Ничего страшного. Беси, беси. Это единственное, что тебе остается. Так, неплохо идем. Но это ж круговая гонка, это все лажа. Вот единственное, фиг ли Самсон так далеко держится. Самсон, мне нужен блок первого, мне уже нужен блок второго. Ты уже должен их всех был позаблочить и понаубивать. А ты, блин, едешь как вафля. А чё ты ржёшь-то? Я то, что я тебя обогнал. Да, все да. Вот туда и едьте, куда вы поехали. Не видно в этом замедлении времени. А, знаете, еще и... Я какой? Я вообще первый еду, отлично. Ты, может, Самсон, как-нибудь выйдешь вперед и кого-нибудь заблочишь? Было бы неплохо, если бы ты так сделал, а? Или это где-то в параллельной вселенной ты такое умеешь делать? Так... О, вот эта штука против ментов, говорят, классно. А чё ты ржёшь? Я фиг знает, насколько уехал уже от вас всех. А он ржёт. Не, ну не... Баранчик. Бе-бе. Голубчик. Голубчика в зеркале увидишь. Так, ладно. Ну это просто перфект. Просто им никаких шансов не оставляем. Вот единственное, потом от ментов уходить в очередной раз. Вот это было. А оторвались мы на 10 секунд. Это мама не горюй, такой отрыв. Это просто flawless victory. Fatality. Блин, вот... Хьюстон, Хьюстон, я земля. У меня висит цепля. Я не понял, где тут эта штука, которой можно ментов гасить. Как-то она нечетко нарисована, ну, не подсвечена. Плохо подсвечена. Я не понял, что там было. Ой, когда ж вы уже спауниться перестанете? Там я земля. Так, что тут блокпост? А мы его сбоку проедем.
Да блин, зачем эта анимация? Я даже не эпично никак его там, не на скорости пролетаю. Медленно, блин. Да блин, вот порой не поймешь, где... То есть, когда очень быстрая скорость, реально непонятно, где отсечка, а где этот. Внимание, важное сообщение. Погоня о, вот эту штуку можно убить. Отлично. Внимание всем. Координация переходит к полиции штата. Мама дорогая. Тут уже первоуровневые, да, стоят? Еще мне не нравится то, что управление теряется в те моменты, когда проезжаешь через эти... Через... Ну, хоть свернул с дороги. Пятый уровень, честно, уже хочется, чтобы они меня поймали. И опять первый стал, потому что уход от этих ментов в карбоне... О, коробочка. Нифига себе, молодцы, реализовали. Только сказал, хочется, чтобы они поймали, и они поймали почти. Реализовали коробочку. Молодцы, респект. Респект вам, ребята. Только мне от вас все равно надо будет уехать. Извините, вот хорошие ребята, но... от вас нужно уехать. Хьюстон, Хьюстон, я земля. Так, вижу тут загородку на карте. Только где, что это? Что здесь есть эта загородка? Я не понимаю. Осторожней, давайте притормозим. О, правильно, притормозите. Да блин, через минуту они опять наспаунятся. Стоп. Уход, уход, уход пошел. Блин, вот тут надо было тебе именно там заспауниться, крыса тыловая. Я не представляю, где здесь это. Уйди. Ты все висишь у меня на хвосте. Да что ж ты такой банный сопляк? Банный мистер. Я рисую в море. Голубые скалы. О! Есть вариант уйти. Так, нычку, нычку, срочно нычку. Свидетель наблюдал, как он ехал на север. Принято решение отцепить район. Блин, лучше, наверное, уточните сюда. Уточните координаты точки. Вот нычка впереди появилась. Да что ж они все... Вот тут вот, ну... Не вариант. Да мы не поедем. Ставят они, конечно, чётко. Там ментяра вот нынички. Нам сейчас надо успеть вот так вот, чтобы он нас не спалил. А он нас не спалил. Ай, как хорошо. Теперь вот нычечка. Вот она, родимая. Да тормозишь ты на нычке. Ну все, стоим, ждем. Вот и ушли от пятого уровня. Хорошо же, хорошо. Так, перейти в убежище. Отлично.
Ну что ж, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.